Так, пиво города Обнинска. Рубрика «Проба пива» на канале Иван Балтиков. Купил сегодня вот такие 4 бутылки 0,5 литра для пробы. Значит, пиво обычное лагерь, светлое, ячменное, нефильтрованное. Пиво темное ячменное, нефильтровое, Каспер Альтер Байер. Темное ячменное, нефильтрованное, Дункель. И светлое пшеничное, нефильтрованное. Бутылочки все поставляются с фирменными этикетками. Вот такие штуковины для кружек. Каждой бутылочке прилагаются. Ждите выпусков пробы пива с подробной дегустацией данных напитков.